линейку, да? Да, давай. А не, мелкий. Вот этот можно забирать, это руки по зубу. Да? Ой. Да. Кстати, самец. Он где? Вкусный, кстати, вон. А что ты? Можешь его заклечивать, да? Он прячется. Нормально. На восьмуху мельче. Ездили мы, пока ехали сюда на кемп, пока выехали. Мы, короче, заехали в один заливчик и наловили вот столько крабов. Все размерные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один красный red crab и остальные обычные самцы. Сейчас будем чистить их и кушать. Тут мы расположились. Людей, конечно, здесь достаточно много. Все кемпуют, отдыхают. Калюня, ну расскажи, что это ты тут? Ой-ой-ой, ля! Там мы уже почистили крабики. Хорошенькие. Это такие. Уже готовая целая кастрюля крабов. Хорош, хорош. А у нас тут процесс еще идет. Вот. А пахнет вкусно. Мэн, а как это будет сейчас заходить, я тебе говорю? 20 минуточек. А, кстати, не поместится это? Наверное, маленькое, да, место для... Да, костер. Он с тем подъехал и вот к этим едет. Ну подожди сейчас. Да. Надо посмотреть. Интересно просто. А не. Да, да, да. Нельзя костер. Он с тем подъехал и к этим, видишь? Давай смотреть.
знаешь, там на левее дальше пройти есть тропинка. Ай. Может быть. Там развилка, там левее в лесу. Я где-то вот там где-то выезжаю. И она сюда выходит, та тропинка. А. Maybe. Как бы. Ну, походу я чуть пораньше, наверное, выезжаю. Получается. Ну я где-то вот там где-то. Тоже улетела? Гонки поиграем. А. Ну ты, конечно, придумал гонки. Это с кем?